Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у меня на канале блюдо из раздела «Деликатес». Давно очень хотел приготовить это блюдо. И вот мне посчастливилось. Попались мне в магазине на глаза такие вот петушиные головы. И самое главное, посмотрите, какие у них роскошные гребешки. Вот из этих гребешков сегодня мы приготовим этот деликатес. Я купил где-то 1,5 килограмма этих голов. И сейчас мы с них посрезаем гребешки и подготовим их к приготовлению. Итак, друзья, получилась такая вот пригоршня гребешков. И сейчас мы с них снимем вот такую вот пленочку. Зачистим их и хорошенько затем промоем под проточной водой. Итак, вот, друзья, гребешки зачищены. Отлично они чистятся ножом. Также гребешки можно отлично почистить при помощи крупной соли. Затем мы гребешки промыли, и сейчас нам необходимо их отварить до готовности. Так как сами по себе гребешки являются такой вот как бы хрящевой тканью, по структуре они немного напоминают свиные уши. Поэтому время варки и готовность определяется индивидуально. Необходимо будет проткнуть вилкой гребешки. Если вилка хорошенько проходит насквозь, значит гребешки отварились до полной готовности. Отваривать мы будем в небольшой кастрюльке с добавлением нескольких горошин душистого перца, листик лаврушки, бросим немножко листиков розмарина и еще от себя я добавлю такую вот очень ароматную пряность. Она у нас называется «Божье дерево». Вкус такой пряности немного напоминает полынь и с тонкими нотками лимонного аромата. Пока куриные гребешки провариваются, я думаю, минут 30 им будет достаточно. Мы приготовим следующие ингредиенты. Для этого деликатеса ресторанного уровня нам понадобятся следующие ингредиенты. Возьмем небольшую луковицу или, как вот в моем случае, половинка большой, среднюю морковку. Понадобится нам 50 грамм сухого красного вина. Также возьмем столовую ложку соевого соуса и по чайной ложке готовой горчицы и горчицы в зернах. Понадобится нам небольшой кусочек сливочного масла и столовая ложка муки. Особой ноткой сыграют в этом блюде специи. Возьмем по четверти чайной ложки паприки, кориандра. Еще возьмем по щепотке острого молотого перца чили и мускатного ореха. Все эти ароматные специи мы добавим к соевому соусу и горчице. Затем это все тщательно перемешаем до однородности. Следующим шагом мы ставим на плиту сковороду и растапливаем на ней сливочное масло. Морковь и лук измельчим на небольшие кубики. В растопленное сливочное масло добавим столовую ложку муки и обжарим минутки 2-3. Затем мы добавим сюда вино. И подготовленные специи с соевым соусом и горчицей. Затем мы добавляем сюда подготовленную морковь и лук. Еще, друзья, я добавлю к овощам несколько зубчиков чеснока, нарезанный пластинками. Теперь нам необходимо протушить овощи до мягкости. Пока, друзья, тушатся овощи, мы извлекаем сварившиеся гребешки. Подождем, пока гребешки остынут, нарежем их соломкой и добавим к овощам. Затем мы, друзья, к нашему блюду добавим 0,5 стакана бульона, в котором варились гребешки. И протушим еще буквально немного до полного испарения жидкости. Наши куриные гребешки с овощами прекрасно протушились. Такой деликатес я подам с маринованными
овощами, маринованной алычой, очень вкусным грушово-сливовым соусом и не менее интересным деликатесом сыровяленое мясо индейки. Также не лишним будет подать к такому изысканному блюду хорошее красное вино. Кому понравился такой рецепт, всем приятного аппетита!